термометр, называется пирометр. Стою возле своей черной машины. Посмотрим температуру корпуса. Температура корпуса 72. Итак, идем дальше. Передо мной серебристая машина. Так, смотрим температуру серебристой машины. Вот было 72, это моя старая температура. Здесь 47. Прям вот прохладненько так, нормально. Теперь смотрим корпус белой машины. О, 36. Какая красота. Вообще, можно без кондиционера ездить.